По итогам сезона водной навигации Чуваши в этом году речным транспортом воспользовались более 90 тысяч пассажиров. Чебоксарский речной порт осуществлял перевозки на внутригородских и межрегиональных маршрутах, а также прогулочные рейсы. Сезон водной навигации в Чувашии ежегодно стартует с 1 мая. 23 августа в республике завершились перевозки по муниципальному маршруту Чебоксары-Левобережный пляж. А 10 сентября прекратились перевозки по межрегиональным маршрутам Чебоксары-Казань-Свияжск. Прогулочные рейсы планируется осуществлять до 30 сентября. Всего за период навигации 2023 года выполнен 1531 рейс, на которых перевезено 91 128 пассажиров. Количество выполненных рейсов и число перевезенных пассажиров снизилось по сравнению с прошлым годом в связи с отменой муниципального маршрута Чебоксары-Сосновка и снижением пассажиропотока на маршруте Чебоксары-Левобережный пляж.